Ярослав. Салют, друзья. С вами Интересный и Фикус. Наконец-то пришла долгожданная зима. Выпал снег, детишки резвятся на снегу, на саночках. Да, наконец-то мы дождались этого времени, потому что у нас приготовлена для вас серия крутых выпусков, связанных именно со снегом. Я не просто так сказал, на саночках, именно с санками будет сегодняшнее видео, но не обычными санками. Потому что сегодня мы сделаем санки из канализационных, ребята, труб. Это те самые такие пластмассовые, серые, некрасивые трубы, которые видите в гипермаркетах. Да, называются трубы ПБХ. Поливинилхлоридные трубы. Представь, что танки бы строили в космосе. А скоро так и будет. В будущем люди будут сражаться в космосе. У нас тут целая куча боевых кораблей. Кроме интересных ПВП-сражений, тебя ждут рейды на боссов и полеты в открытом космосе с полной свободой действий. Мочи другие кланы и захватывай их территории. Как видишь, дел там куча. Скорее регистрируйся в Star Conflict по ссылке в описании и получишь крутой бонус. Короче, ребята, купили мы 4 мешка. Как говорится, лего для взрослых. Да, и сейчас мы будем из этих всех трубочек, переходничков, муфт, все это собирать, конструировать наши сани. Да, сегодня мы решили разнообразить наше видео и сделать такое видео с самоделками тупо дома. Как я понимаю, ты просто от балды вот так вот кусков набрал, привез. Практически так оно и есть. Ну, чуть-чуть что-то думал. Мы решили собрать одинаковые и поставить их одинаковые к одинаковым, чтобы так было легче что-то придумывать. Ну реально, это лего для взрослых. Ребята, смотря на все это, я вспомнил одну игру, которая была на старых Самсунгах. И там надо было вот с подобных запчастей провести воду со с точки А в точку Б. Помню. Да, пока не начнется течь вода. Вот. И вот тупо вот там как раз вот такие вот все разные детальки были. Так что если ты помнишь название, напиши мне в комментариях, как называлась эта игра. Химичим уже полчаса. Вот. В принципе, уже как бы продумали одну лыжню. Вот. Ну вообще, всю конструкцию я не знаю, сколько мы будем придумывать. Но мы... справимся, мы же как бы кто? Мы же интересный фикус. Для того, чтобы эти вот муфточки насовывались на трубы легче, приходится их смачивать водой. Вот, ребята, одна лыжня уже готова. Очень сложно запихнуть трубу с этой резинкой, но это нужно сделать, потому что иначе наши санки развалятся и я упаду. Капает, представляешь, на пластмасса. Ух! Это идеальный вариант, чтобы разрезать пластиковые трубы. Смотри, картинка, видишь? У нас фоткала, появилась десятка, на экране появилась. А там еще картинка, оп! И теперь у него там тоже бабосики. А где он фотку делает? Сейчас я тебе покажу, он там. О, смотри, делает селфи. Опа, и фотку достал. Вот, смотри. Я его на Украина моя талант видел. Он там вот почти до финала дошел. Манчак Норрис Шоу называется его канал, мы ссылку оставим в описании. На все похоже. Мы, ребята, поняли, что соединение резинками не настолько надежное, насколько нам нужно. И поэтому мы решили закрепить всю эту конструкцию саморезами. Для этого у нас есть наш любимый шуруповерт. Дополнительный лайфхак. Вот это, ребята, магнит, который взял фикус динамика с нашего запорожца. И обклеил он термоклеем, вот этим клей-карандаш. Вот. И теперь очень удобно держатся саморезы. Не проваливает? Можно будет поставить. А теперь, друзья, мы делаем спинку для наших саней и делаем их вот с таких трубок потоньше, точнее с переходничков вот таких. Это прям трон, а не санки. Его величество фикус. И последний штрих.
Это веревка, которую мы сейчас привяжем к нашим саням. Ну что, поехали испытывать. Мы изначально пессимистично отнеслись к этому всему и думали, что у нас ничего не выйдет. Похоже на санки? Да. Похоже на санки? Обязательно писать в комментариях, да или нет? Крутые санки? Да. Серега уже испытывает санки. Я теперь отдыхаю, я везу. Бурлаки на Волге. Викус! Ты готов? Да. Я поехал. Давай. Я боюсь, что она подо мной развалится, я топой сейчас. Ой, собака испугалась и бежала. Ого, вот это дрифт. Меня заносит на поворотах. Ой, я красиво вокруг. Не, глаза, правда, летит, ничего не вижу, но ощущение классное, особенно когда в попу задувает. Едем 40 километров. Это круто! Спинка удобная, что немаловажно. Да, ребята, у нас получилось собрать это лего, и довольно-таки получилось неплохо. Да, на этих санках было весело, задорно. Но если вы, ребята, поставите много лайков, мы будем знать, что вам это видео понравилось, и мы совершенствуем наши санки. Конечно, у меня есть еще крутая идея поставить на эти саночки еще мотор. Представьте, это будет что-то. Так что обязательно поставьте лайк. А я сделаю себе еще такой салон с лобовым стеклом и креслом, чтобы мне было там комфортно. Задумка, кстати, крутая. Так что ставьте лайки, оставляйте обязательно комментарии. Также подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы получить оповещение о новых видео. Да, заходите на наш блоговый канал, потому что мы теперь 100% регулярно будем каждую неделю заливать видео о том, как мы снимаем, где мы гуляем, как мы живем. Обязательно заходите, ссылка в описании. В этих видео вы очень часто сможете видеть то, что остается за кадром, и много материала, который просто не влез в наши основные видео. Так что, ребята, спасибо за просмотр. Пока!